Привет, друзья! В сегодняшнем ролике я покажу, как самостоятельно провести ремонт обуви. Вы убедитесь, что провести такой ремонт несложно. Его сможет сделать даже женщина. Для прошивки нам понадобится обувная нить. Они отличаются между собой по цвету, прочности и толщине. Также нам понадобятся крючки, которые отличаются длиной и толщиной и служат для выполнения различных задач. Я пользуюсь вот таким универсальным набором. Чтобы узнать, подходит ли нить к крючку, ее необходимо проверить вот таким способом. Нить должна полностью уложиться в прорезь. Если же нить окажется толще, вы ее попросту порвете во время прошивки. Для прошивки носка необходимы длинный и тонкий крючок. Если крючок не будет гнуться, вы сильно намучаетесь, прошивая ботинок или сапог. Нить необходимо накидывать вот таким образом на палец. Вы на ощупь должны определить, с какой стороны находится паз, и точно попасть нитью в него, продев крючок между нитью и пальцем. При вытаскивании крючка держите нить в небольшом натяжении, так как если она ослабеет, вы можете ее порвать, зацепив за острие прорези. Вот наш пациент. На выход не пойдет, а вот в качестве рабочей обуви еще сгодится. Прежде чем начать прошивку, надо запомнить, что пришивать необходимо именно так, как верхняя часть была прежде пришита или приклеена к подошве. Иначе отремонтированная обувь может натирать ногу. Как вы видите, имеющаяся прошивка – обычная обманка. Убираем стельку. Шить я буду вот под эту белую вставку. Некоторые прячут шов в разрез, а я всегда шью поверху. Шов будет в два раза длиннее имеющейся обманки. Этого будет достаточно. Нить отмеряется таким образом. Внешняя часть в полтора раза длиннее необходимой, а внутренняя в два раза длиннее внешней.
Для меня самый лучший и надежный вариант, как говорится, на века, это совмещать прошивку вместе с проклеиванием. В этом случае сгодится любой водостойкий универсальный клей. Прошивку начинаем за 1-1,5 см от необходимого. Конечно, мне не совсем удобно прошивать и снимать одновременно. А так на прошивку пятки у меня уйдет минут 15. Я показываю специально медленно, чтобы вы смогли рассмотреть весь процесс. Натягиваю оба конца таким образом, чтобы петля утонула в подошве. Она именно должна быть в подошве, а не между подошвой и материалом обуви, кожей или кожзаменом. Промазываем клеем обе части, швов так на 5, чтобы клей не пересыхал. Внутренний конец нити всегда убирайте в сторону, противоположную от прошивки, иначе есть вероятность проткнуть ее крючком и порвать. Крючок входит в подошву под углом вверх.
Последнюю петлю необходимо сделать двойной и промазать клеем. Вот такой вот аккуратный и прочный шов у меня получился. Немного практики, и вы будете настоящими мастерами. Я в вас верю. У кого будет дополнение, пишите в комментариях. Буду рад пополнить свои знания. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.